Далее в рамках объезда соцобъектов Анапы вице-премьер России Ольга Голодец, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, его заместитель Анна Минькова и глава курорта Сергей Сергеев посетили муниципальный детский сад номер 16 «Пчелка». В нем функционируют 8 групп из 115 воспитанников, 50 – дети с ограниченными возможностями здоровья. Гости высоко оценили методики реабилитации, которые используют в воспитательном процессе и Анапском детском саду. Еще Ольга Юрьевна обратила внимание на оснащение учреждения. Созданы максимально комфортные условия для занятий и отдыха малышей. Как рассказала заведующая учреждением Светлана Касимова, мебель, которой оборудован детский сад, сделана на заказ по собственным разработкам и чертежам. Приобрести современное оборудование позволило первое место, занятое в краевом конкурсе по внедрению инновационных площадок. Ольга Голодец подчеркнула важность подобного проекта. Подробнее обсудили тему охраны детских учреждений. Очень важно понимать, что все-таки охрана детей должна быть не просто частные охранные предприятия, которые под одну гребенку причесаны, а специально сертифицированные. То есть все-таки доверить самое дорогое, что есть в обществе, детям, можно только тем организациям, тем охранным агентствам, которые способны детей охранить от сегодняшних проблем, которые, к сожалению, бродят, слава богу, еще как бы до нас не добрались, но лучше, как говорится, береженного Бог бережет. Поэтому мы сегодня поднимаем этот вопрос, насколько это возможно, то есть тоже на федеральном уровне поддержать нас с точки зрения того, чтобы не сторожа сегодня охраняли детские сады и школы, а на самом деле сертифицированные, даже пусть, понятно, полиция сегодня не может в силу определенных оргмероприятий, но сертифицированные частные охранные предприятия, а в данном случае в крае мы подошли к охране детских школ и детсадов, и казачьим нашим охранным предприятиям.